Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня новый урок, новый узор вязания на спицах. Раппорт данного узора составляет 14 петель. То есть вам нужно набрать кратное 14 плюс 2 кромочные. Я вам буду показывать на двух раппортах. То есть кратное 14 – 28 и плюс 2 кромочные на 30 петлях. Узор состоит в высоту из 16 рядов. Первый ряд. Первую кромочную снимаю, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых, 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид. Это раппорт узора, повторяю. 1 лицевая, накид, 1 лицевая. 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном вправо. 7 лицевых. 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном влево, 1 лицевая и 1 накид. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную снимаю, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном вправо. Пять лицевых, 2 лицевых провязываю вместе, 1 лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Это раппорт узора, повторяю его. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых, 2 вместе провязываю 1 лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаю, 13 изнаночных, 1 лицевая. Это раппорт узора, и его же повторяю. 13 изнаночных, 1 лицевая. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Пятый ряд. Первую кромочную снимаю, 1 изнаночная и до конца раппорта провязываю лицевыми. То есть 13 лицевых. Следующий раппорт. 1 изнаночная, до конца раппорта провязываю лицевыми. То есть 13 лицевых. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Шестой ряд. Первую кромочную снимаю, 13 изнаночных, 1 лицевая. Это раппорт узора, и его же повторяю. 13 изнаночных, 1 лицевая. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Седьмой ряд. Первую кромочную снимаю. Накид, 2 петли вместе провязываю лицевой с наклоном влево. До конца раппорта провязываю лицевыми. То есть 12 петель провязываю лицевыми. Новый раппорт. Накид, 2 петли вместе провязываю 1 лицевой с наклоном влево. И до конца раппорта провязываю лицевыми петлями. То есть 12 петель провязываю лицевыми. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Восьмой ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Девятый ряд. Первую кромочную снимаю, 4 лицевых,
2 петли провязываю одной лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. Это раппорт узора, повторяю его. 4 лицевых. 2 петли провязываю вместе с наклоном влево. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 10 ряд. Первую кромочную снимаю. Весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 11 ряд. Первую кромочную снимаю. 3 лицевых. 2 петли вместе провязываю одной лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. 1 изнаночная. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых. Это раппорт узора, повторяю его. 3 лицевых. 2 петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Изнаночная. Лицевая. Накид. Лицевая. 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо. Две лицевых. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 12 ряд. Первую кромочную снимаю. 6 изнаночных. Одна лицевая. 7 изнаночных. 2 раппорт. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 13 ряд. Первую кромочную снимаю. 7 лицевых. 1 изнаночная. 6 лицевых. 7 лицевых. 1 изнаночная, 6 лицевых. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 14 ряд. Первую кромочную снимаю. 6 изнаночных. 1 лицевая. 7 изнаночных. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 15 ряд. 7 лицевых. 2 петли вместе провязываю одной лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. 16 ряд. Первую кромочную снимаю. Весь ряд провязываю изнаночными. 1 ряд. Простой, красивый, ажурный рисунок.
Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была счастливая улитка. До свидания.